Добрый день, начинаем снимать репортаж о рыбалке. Такой маленькой, миниатюрной рыбалке. Да? Да. И всех поздравляем с праздником военно-морского флота Украины. Вон, Инна собственной персоной собирает вишню для компота, а мы едем на рыбалку. Пытаемся ехать на рыбалку. Будем подъезжать, покажу, какой ставок. Вот это ставок. Да. Не маленький. В общем, очень далеко идет в ту сторону, туда. Вот так протекает рыбалка. Поймали одного рака. Рак. Рачок маленький. Уже наловили здесь в ведре рыбки. Маленькой. Сейчас упадешь. И 10 копеек. И 10 копеек. Опа. Вот это улов. Вот это на фарт. На, 10 копеек. Выловил. Там побольше агрегат. А ну-ка, лови. Ура! Рак один! Ура! Да то не рак, только креветка рак. Ну, креветка. О, все. О, окунек. Это камера. Я знаю. Скажи всем привет. Привет. Привет всем. Это местные здесь ловят рыбу. Вот такой. Итак, вот это улов наших мальчиков. Такая маленькая рыбка. Мы решили ее пожарить и вот так как семечки покушать, можно так сказать. Вот это вот то, что сегодня удалось поймать. Ну, они ловили на вот эту нафатку. Или на подфатку, правильно, нафатку. Вот, и вот это что наловили, конечно, мало. Совсем мало, но ничего, я вот уже сковородочку поставила. И сейчас буду жарить рыбку.